прошли вместе с инспектором по всем там чердакам, подвалам, проверили работоспособность программы, соответственно. Ничего сложного, все прошло успешно. В первую очередь мы смотрели на правильность работы в этой системе с использованием мобильного приложения, ну и, соответственно, правильная фиксация тех или иных элементов, чтобы все элементы попали в отчетность, поступили в план мероприятий по устранению тех или иных недостатков, ну и мы, соответственно, могли это контролировать и отслеживать.